сидим на поле, потому что мы хотим дать экологически чистый продукт и ищем пути решения, чтобы этот продукт действительно соответствовал этому. Потому что если положить на хранение, опять надо чем-то таким обработать, чтобы она себя как-то продержала. Что бы ты не искусственно что не сорви, то есть ее надо как-то сохранять. А здесь она сама себя, морковь это двухлетнее растение, поэтому она сама себя своим иммунитетом защищает. Ну вы поняли? Поэтому, если нужно на сегодняшний день, мы можем вам сейчас прямо показать, что на сегодняшний день у нас идет копка с поля. Никаких этих вот. Подождите, как декабрь? Да, мы копаем с поля. У нас мы разрабатываем технологию, чтобы она как-то ее удержать на поле. Если вы хотите это увидеть, мы можем с джипом заехать, все посмотрите, снимете, что на самом деле, что натуру продукт. Я выкинули. Угу. Вот. То есть она натуральная? Да, ну, конечно, это потому что вот черканула, выкинули, понимаете? Угу. Морковка. Что вы делаете вот с этой морковкой? Ну, отдаем на корм скоту, или кто-то на переработку на салаты берет, но есть только на не надо. На соки, может быть, на соки берут, но много есть, только не надо. Нас не хватает потребителей на нее. Я уже просто придумал, что вот ее взять бы, вот эту вот всю, которую есть, вот, например, так, лучшую, по эконом-классу пустить. Mm. Вот. Абсолютно, да. Вот, видите, вот, что здесь плохого? Я обрезал, да, она же не счищается, все, да. Да, вот в чем проблема. Что мы все эти не хотят брать все только идеальные товары. Скажите, вот воспользуюсь служебным положением. Я часто покупаю морковку в пакетах, вымытую, да? Не ваша компания, безусловно, так. Я не обращала внимания. Mm. Буквально через день она внутри пакета идет темными пятнами. Что это? В первую очередь, что? Буквально на что они ее моют через 3-4 дня, как сорвут. Угу. У нас же идет она сразу на промой с полей. Я поняла. И она немножко окисляется. Вот привяла, приокисляет, она сразу выбрасывает коричневые пятна. Поэтому простая задача работать. И никаких не надо там чудес. Ждать чудес, что произойдет чудо, что-то с неба свалится. Heaven and hell. You got me, boy, I am onto your spell. Loving you feels like heaven and hell. You got me, boy, I am onto your spell. Loving you feels like heaven and hell. You got me, boy, I am onto your spell. Loving you feels like heaven and hell. We'll be right back.
Уже давно мы хотели залить смолой овощи, а после того, как мы посетили фермерское хозяйство Новицких, решение было принято бесповоротно – овощам в смоле быть. Мы провели пару экспериментов с несколькими овощами, и больше всего нам понравился перец. Кстати, об овощах. Теперь в магазинах мы отдаем предпочтение продукции Новавита, потому что мы не просто попробовали и почувствовали разницу на вкус, но и своими глазами увидели весь процесс производства. Ссылку на сайт фермерского хозяйства мы оставляем в описании к этому видео. Ну а теперь о столе. Для заливки этого стола мы использовали смолу от компании Экованна Art Eco. Очень важно заливать эту смолу слоями не более 1 см. И если вы все-таки решите заливать овощи смолой, то убедитесь, что они покрыты целиком и к ним не будет доступа воздуха. Ссылку на сайт компании Экованна мы оставляем в описании к этому видео. Там вы найдете не только смолу и красители к ней, но и уже ставший среди наших подписчиков популярный корректор, который избавляет смолу от пузырьков и следов полимеризации, а также защитный лак, который имеет высокую устойчивость к царапинам и выдерживает температуру до 400 градусов. Пишите свое мнение в комментариях к этому видео, подписывайтесь на нас в социальных сетях, ссылки в описании. Ну и как всегда, огромное спасибо, что вы у нас есть!